прям вот сюда. Сложный уровень. Let's get it all. Так, смотрим путь к первому пульту. Ворота желтые. Иконка Гекса, точнее статуя, памятник. И музыка. И своеобразная музыка. Так, прыгаем. Так, кабанчик. Кабанчика что-то есть. По одной мушке, да, у кабанчика. Так, вроде по этой штуке можно ползать. Еще одна такая штука есть. 10, 10, да? Так, тут типа вихрь такой. Так, что тут надо делать? Тут надо делать вот так, по-моему. И обратно, да? Что тут есть у нас еще? Тут у нас еще осталось две мушки. Сейчас вроде все нормально. Эй! Фух, повезло мне. Так, вроде все взял. Ну да, 15. В начале запомнил. Так, что дальше? Так, тут, кажется, в релизе змейки ползали по этой штуке еще. А тут у нас Гекс будет Гераклом становиться. Так, 17. Вот это, по-моему, течение сдувает. Да. Ему доверять нельзя. Так, вот тут мы меняемся. Но это все на время. Гекс может толкать вот такие колонны. Вроде бы достаточно. Дотолкали. Так, теперь с этой колонны сюда. Так, вот это обваливается. А, вон они. Так, вот там у нас, если посмотреть, вазочка есть. Тут, если посмотреть, вот черепаха. Так, да, вот они, эти змейки. Тут лапка есть, кстати. Флаг. А, и вон там бонусная штука. Но эта бонусная штука мне обломает все. Короче говоря, ее не засчитают тупо. Так, кстати, а я не могу отсюда, вот. По-моему, могу. Но не больше. Да. Нет, теоретически могу. Взять вот это хотя бы. Но сюда по-другому. Чтобы выше попасть, это надо другой путь избрать. Так, и с чекпоинтами тут, по-моему, напряг будет. Так, что у нас здесь? Ох, да-да-да, вот ты. Они бесконечные, по-моему. Ну да. Они будут бесконечно нас домогать, преследовать. Так, вазочки разбиваем. Разбиваем. Но этих скелетов, кстати, удобно. Так, вот тут у нас... Интересные колонны, их надо разбить чем-то. Да, музыка здесь такая, самая, одна из любимых мелодий. Так, а ну-ка иди-ка сюда. А чё он сюда-то не идет?
А, его, он не может сюда подойти, да? Его можно, в общем, заморозить. И продлевать его за заморозку, толкая вот этот кубик. А, вот мне это для чего нужно. Да, блин. Но больше, конечно, он мне для другой цели нужен. Так, вот чайник. Ах ты гад. Так. Ну, толкай его. Толкай, толкай. Не давай ему засохнуть. Так, вот тут у нас есть мушки. Да, и силы Геракла. Теперь мы можем разломать вот тут колонны. Так, ну у нас мало времени. Может не хватить. Не успеть. Может, и успеем. Есть куда здесь ползти? Да, но тут, видите, как дамагают. Так, тут пират есть. Но тут есть и крыша. А что на крыше? А, надо вот таких. Наши скульптуры еще позбивать здесь. Так, зеленая муха, это прекрасно. Как тебя бить-то, я чуть забыл. А, его надо сверху бить, понятно. Так, распахнулись ворота. Да, все не очень-то хорошо, потому что надо вот тут еще забрать вот эту вот маску. Ну иди сюда, еще раз попробуем. Давай. Так, толкай. Отлично. Взяли то, что нам надо. Можно еще одну, кстати, взять. Так, куда теперь? Тут нам надо активировать телевизор. А теперь по колоннам надо прыгать вперед. Чекпоинта не дают. Ай! Ух, хорошо, что я не сдох. Я упал на облачка. Тут ничего такого. Так, тут у нас кто? Так, его сверху надо. Так, кабанчики. Их можно так допинывать. Блин, они быстро бегают все-таки. О, кстати. Скульптура еще одна, вторая уже. А, его тут надо сломать Гераклом. Да. О, а тут есть, кстати говоря, вот такие вот штучки.
Блин, и птица-то живучая какая. О, она мушку дает. А где? Улетела, что ли? Я не взял ее. Блин, а мушка-то улетела. Нет, вы видели это? Мушка взяла просто и улетела куда-то. Ладно, начинаем заново. Я не хочу терять мушки из-за такой хрени. Но, блин, чекпоинта нету еще. Еще и этим уровнем осложняется. Мало того, что... Нет, чекпоинт будет, но потом вроде бы. Вроде бы должен быть. Так, пока вроде змеек нету. Так, как же это все взять-то? Так, и сколько? Что, все взял? Да, 15. Я хорошо помню. Опять-таки толкаем колонну. Блин, эта птица еще и обязательная. Можно, конечно, в нее стрельнуть, попробовать, чтобы она раскололась. Так, тут змея это ползет, блин, червяк. Где он сейчас? А, он сейчас тут. Так, попробую. О, тут уже открыто, кстати. Это здорово. Но разбивать-то все равно надо вроде. Так, ладно, схожу пока к этой птице. Уж очень она меня выбесила. Так, где-то в кустах. Отлично. А, яблоко уже тоже засчитали. Блин, а почему нельзя вот это вот разбить тогда? Так, а памятники, кстати, не засчитали. Или я не сбил в первый раз? Так, поросята. Да что вам... Ну, блин, как же это бесит, а? Как вы меня бесите, так. Кстати, вот тут вот что-то... А, кстати... Вот эти телевизоры летающие я лучше по-другому собью. Ну-ка, дай-ка мне муху. Запас возьмем еще. Они меня потому что бесят. А, они ничего и не дают, кстати говоря. Окей. Они просто летают тут. Страх он наводит. Так, ну эти колонны я все-таки хочу сбить. Так или иначе.
Лапку-то засчитали. Так, не только же колонны. Так, давай, Гекс. Надо, 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 надо. Надо сбить их. Я просто не уверен, там на крыше же остался памятник. Так вот. Так, ты летай со мной, как хпшечка будешь. Если меня сейчас вот эта вот хрень поранит. Вроде все нормально. Ага, улетела моя хренюшка. А, птица здесь. Стоп, птица. Блин, ну-ка. Так, ее надо два раза пощупать. А где? Погодите, в птице же есть мушка. Почему сейчас не было? Или не во всех птицах есть мушки? Вот это вот я не понял. Наверное, не во всех все-таки. Так, что у нас там? У нас полная, кстати. Зря я эту штуку брал. Ну ладно. Так, иди-ка сюда. Так, Геракл. Нет чекпоинта. Так, теперь надо вот тут все разрушить. Колонны. О, замечательно. Можно продвигаться дальше. Я еще живой. Так, тут одну мушку дали. Ну, тоже неплохо. Так, вазочка. 30. Так, еще один свин. Так, тут в кустах одна была мушка запрятана. Так, я очень надеюсь, что та птица на крыше. А, вот тут, кстати, есть мушка. И птица там есть. Блин, мне бы сходить за той штукой. О, есть. Взял мушку у птицы. 38 у меня уже. Блин, где чекпоинт, ребята? Теперь вы вот эти хрени. Ну вот эти хрени, по-моему, также ничего не дают. Так, а свина я уже щупал, да? Что-то я забыл, да, щупал. Ох. Первый-то телевизор мы уже видели. Так, это мне сейчас надо таким прыжком вот сюда попасть. Так, это уже третий, по-моему, памятник. Так, ну тут вообще все неоднозначно. По-моему, можно расколоть. Или нельзя? Отлично, кстати.
кстати. Ну, по-моему, эти штуки не дают так же. Ну да, они ни хрена не дают. Так, нам вперед надо идти. Почему мы взяли вот эту штуку? Так, еще один памятник. Отлично. Так, а вот здесь сила Геракла нужна, кстати говоря. Так. Силу Геракла я вижу. Milton Berry's the name. Something's like it. Надо толкать вот эту статую, колонну. Отлично. Так, тут у нас что? Тут еще одна птица. Птица, вампир, блин. А, мы активировали телек первый. Первый телек активировали. Так, это чекпоинт. Нет, это жизнь. А по-моему, здесь был чекпоинт раньше. То есть тут усложненный, по-моему, мифология. Так, вот там вот лапка есть, я вижу. Так, ну жизнь я пока брать не буду. А, нет, есть чекпоинт. Чё, кого я обманываю? Брать не брать только его, я вот не знаю. Так, вот там вот у нас лапка есть, кстати. Ой, зря я упал, зря я упал в эту воду. Нет, надо взять чекпоинт, а то сейчас подохну как-нибудь. Так, пусть будет жизнь. Окей. А, вот кого заморозить-то надо, блин. Где ты? Так, и толкаем, толкаем, толкаем. Можно взять лапку. Так, тут еще на дерево путь есть. Так, внизу я был. Да, тут еще есть путь на дерево. Там, наверное, опять птицы есть. Ну-ка, конечно. Как же без птицы? Даже две. Две птицы, охренеть можно. И яблоко. Яблоки тоже. Вот эти яблоки даже посложнее, чем эти памятники. Наверное, где памятники, это самый легкий путь получается. Так, а куда тут дальше-то прыгать? Вниз надо. Так, ну тут этот хрен ходит. Так, ну не только этот хрен, еще и кабанчик. Кабанчик нужен. Не ты мне нужен. Как его догнать там, блин? По какой траектории он бежит? Так, продолжаем. Кабан. Да отвали ты. Да чтоб тебя разорвало, ты. Хрень ты старая. Дай сюда мушку. Куда меня занесло? А. Дай сюда мушку. Еще один кабан здесь. Сорок девять.
51. Блин, там лапка есть. Мне эти телевизоры смущают. Меня смущают эти телевизоры. Понятно, что тут надо двигать колонну. Так и хрен долечу когда. Когда-нибудь сам, так и хрен когда-нибудь долечу. Так, тут ничего, кроме еще одного пакостного телевизора. Выбираемся отсюда, к чертовой матери, сваливаем. Там можно было упасть даже. Так, я вот подумал, мне вот сюда-то и надо как раз. Тут есть лапка, ее надо взять. Но тут есть не только лапка, тут есть неберущийся бонус. Да, вот он. По какой-то причине он... Ну-ка, тоталс. Да, вот, мне его не засчитали. Вот это баг бета-версии. Так, теперь все заново, да? Обходить. Так, надо запастись вот этими. Чисто на всякий случай. А, хотя тут есть. Есть муха, тогда я вернусь лучше. За той. Так, прыгаем по колоннам. Туда. Я уже разбивал. Блин, вот это я ошибся, конечно. Тут свалиться можно еще, наверное. Опять ошибся. Поспешил опять. И ошибся. Так. А, надо вот так вот. А здесь тоже надо одну пропустить. Прыгать на вторую. Так, у меня есть эта муха, но она мне не нужна, друг. А зачем она мне нужна? Мне надо Гераклом стать, успеть. Я лучше туда схожу тогда. Мне надо вот эту силу взять. Так, а сколько времени дается? 29 секунд. Это немного совсем. Совсем немного. Но успеть можно. Вроде все. Да елки-палки, где он в текстуре застрял меня и подкараулил?
Так, вот тут вообще жесть, по-моему. А, тут, видите, платформы. Тут надо будет прыгать. Весело так. Так, тут что у нас? Тут желтые врата еще. А, тут тоже надо такой прыжок сделать. Тут сила Геракла опять нужна, которой у меня пока нету. Вау, я прыгнул прямо на эту штуку. Расколол ее. Жалко, обидно, я упал. Я еще вторую расколол. Блин, сейчас эта хрень опять тут будет мешаться мне. Нормально, нормально, нормально. Оп. Так, сколько у меня лапок? 3 лапки осталось. А сколько я взял на уровне лапок? 5 из 10, да? Не густо, не густо. Так, прыгаем на него. Берем мушку. Так, а где тут это? Где? Что-то вот забыл. Тут вода у нас. Ага, тут вазочка есть. Неплохо. Так, еще вазочка добавит нам уверенности. Так, а здесь, по-моему, никуда нельзя, да? По-моему, да. Так, сила Геракла. Вот тут еще колонна есть. Блин, а где же ее взять-то? А, тут, кстати, падающая колонна. Тут вообще баг какой-то. Видите, она сдвигается нахрен. По-моему, это где-то вот тут надо ползти. Ну-ка, иди-ка сюда. А, вот она. Секунд дается. Так, главное не уронить только ее, вот не уронить. Так, не в ту сторону я толкаю, к сожалению. Сторону. Надо ее немного в другую сторону толкать. Какой жесткий уровень, а? Кто его создал? Надо еще толкать эту колонну. Там надо взять бонус, короче говоря. Чуть было не упал, блин. Так, ну-ка, ну-ка. Блин, придется еще один заход делать.
Еще один заход придется делать. Большие дела, конечно. Вот, надо его вот сюда поставить. А самому теперь добраться до бонуса. Ой-ой-ой, а чё это она пропала-то? Ой, она пропадает. Кстати говоря, она вообще одноразовая. Так, вот этот бонус должны засчитать. А, нет. А почему? А, здесь вообще ни один бонус не засчитывают. Да, тут баганутый настолько уровень, что хуже некуда. Так, теперь мне вот эта сила в другом месте нужна. Назад надо возвращаться. Блин, я все просрал, блин. Придется все заново. Так, ну давай. Да, вот такой вот жесткий уровень, жесткий. Куда ее толкать-то, блин? По-моему, куда-то сюда. Да, тут еще такая хрень летает. В общем, что надо сделать? Теперь надо аккуратно прыгнуть туда вот. Что это? Это мушка. Ой, блин, а тут-то нам... А тут-то нам надо еще сохранить. Кстати, я могу за ворота сейчас попасть. Не знаю, что мне это даст. Не, ну там жизнь. А, нет, там бонусная эта шляпа еще. Ладно, давайте еще разок тогда. Сейчас времени должно хватить уже. Колонна уже стоит, по крайней мере. Блин, успела. Укусила меня, гадина. Срань господня. Так. Давай, 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 Гекко. Мы должны успеть. Так, а что тут? Тут такая вот хрень. Вазочка еще есть. 69, да? Ворота открылись, кстати. А вот тут надо очень внимательно прыгать. Очень внимательно. 71, да? Там, по-моему, сейчас еще будет что-то странное. Так, я на другой стороне уже. 73. Это... А, это дальше, да? А там есть еще на крыше лапка. Ой, еще птица. Еще птица здесь. Да где ты? Так, разок ее... Сыпанули.
Есть мушка. Так. Тут надо прыгать очень внимательно. Да, очень осторожно. Очень осторожно. Так, наша цель теперь дальше идти. Так, что у нас тут вообще такое происходит? Творится. Там у нас знакомый хрен, блин. Давай мне мушку. Опа, блин, там лапка. Как до нее добраться? А, ну понятно как. О, там еще лапка есть, кстати говоря. 7 из 10, да, у нас уже. Блин, и нет чекпоинта, вот что еще плохо. Обидно. Да, здесь вообще не позавидуешь. Надо быстро все делать. Так, что тут у нас за этими ограждениями? Ты что у нас? Чекпоинт! Ёлки-палки. Это чекпоинт. Так, где ты, хрен? Еще этот, блин, тут. Так, свина я пощупал. У нас 79 мушек. Ух, там еще птицы. Ёлки-палки. Так, вот птиц надо как-то шатать просто. Там у нас осталось кое-что. Промахнулся ты. Блин, надо, чтобы эту мушку засчитали. Отвали нахрен. Блин, а как ее взять-то? Как ее взять-то? Я не понимаю совсем. Вон отсюда. Непонятно. А, во. Кстати, тут еще одна птица. Ее, кстати, можно расколоть легко. Да, но... Ага, мушка есть, я вижу мушку. Я вижу еще птиц. Так, вот эти пошибать, что ли? Не достаешь, что ли? Не достает. Ага, мушка упала туда к ним, да? Это прискорбно. Значит, мне надо ушатать эту колбасу. Хорошо бы еще вот ту ушатать.
что я тут не достаю, видимо. Так, а как я тебя возьму? Мушку-то сраную. А, вот. Ладно, ты мне не нужен, телевизор. Мне вообще отсюда уматывать надо. А, кстати, я чекпоинты так и не взял. Вот сейчас было бы смешно, если бы я слил бы. Так, дай мне еще одну муху. Так, что тут надо делать? А. Понятно. Можно и так, в принципе. Так, еще кабанчик один. 1.87, да? Так, тут на дереве растет 88-я мушка. Так, у кабана больше нету, да? Да, вроде кабан чистый. Чистый кабан. Ой, блин. А вот ты-то мне сейчас и понадобишься, кстати. Забыл про тебя. Да, он мне и понадобится. Мне надо дотолкать будет. Ну иди сюда. Ох, нифига себе, это комбо было. Так, только ли с этой ли стороны? Или тут с двух надо? Так, что у нас? Лапка нужна. Так, тут еще жизнь есть. Тут есть еще жизнь. Телевизор не актив... О, птица еще, да? Как же мне тебя достать-то? О, один раз попал. 93, да? Так, а это неактивированный телек. Кстати, а за что? А, яблоки. Я на какое-то дерево, что ли, не прыгал? Посмотрим повнимательнее. Что-то я тут не вижу ни хрена. Блин, а где еще могут быть мушки? Чисто вот гипотетически. Ну, этот хрен понятно. Что здесь? Так, а тут что? Тут тупик. Здесь точно тупик, и делать нехрен. Кабан последний. Так, внизу. Ладно, не важно. Так, а какой же путь? А, еще какой-то путь был. Вот какой путь. Ёпарасоте, чуть не улетел, а? Ну как тебя взять-то? Ой-ой-ой, а тут-то что происходит? И как? И куда я с этого?
должен полететь. Мне вот интересно. А, чё, чё, куда? Блин. Ну хорошо, ладно, чекпоинт взят. Так, а вазу эту уже не надо разбивать. Я чё-то не слишком умный, чтобы понять, зачем мне... Что я тут добиваюсь? Я ж туда не долетаю, никак. Эй, игра, ты чё? Понятно. Так, ладно, оставим пока чекпоинт. Мне надо... А, вон дерево-то, кстати. Или я на нем был уже? Да не похоже. А может и был. Просто забыл. Такое тоже может быть. Так, ну птица это уже ничего не даст. Да понятно. Так, тебя, по-моему, тоже бесполезно ушатывает. Ну да, и тебя тоже, да? Вы уже ни хрена не даете. Так, а ну... Так, допустим, ты мне нужен еще. Вазочку тут тоже разбить. Так, ну-ка, где? Так, я вот не очень понимаю, что мне там делать. Казалось бы. А, может, мне не хватает яблок? А яблоки разве не для другого? Долбаная птица. Ну давай. Так, ну 93, точно так же, да? Так, теперь можно зачекпоинтить. Так, тебя я уже потрогал, да? Да. В полной мере. Так, можно теперь и здесь пройти, кстати. Еще раз зачекпоинтимся. И куда? Так, а как мне вот на крышу попасть? А-а-а, я туплю. Я не был на дереве еще. Я вспомнил, как мне туда попасть. Да... Чё ж ты такой приставучий-то, хрен ты, с горы. Так, а ну-ка... Нахрен ты мне здесь нужен? Не, ну нахрен он мне тут нужен. Блин, неудача какая-то вышла. Полная. Лапки мои почти съел, да. Давай, толкайся. Хрен ты. Так, и что? Две птицы.
тебя еще разочек шатать. Так, 94. А, 3 птицы тут. Яблоко, да? Блин, тут сейчас 95. Так, что я активировал-то? Телек как раз вот этот. За яблоки. Ну, 96 мушек. Лапок нет ни хрена. Ой-ой-ой-ой, а где же еще-то я пропустил? Где-то пропустил. Вот та платформа у него. Непонятно. А, она уже перемещается, кстати, по-моему. Блин, там еще этот хрен. Хотя она и так перемещалась, по-моему. Так, я вот не пойму, тут что-то не хватает, что ли? Там радуга. То есть вы мне предлагаете с разбега, да? То есть я должен зацепиться губами. Но это жестоко, конечно. Да, тут я скорее сольюсь. Так, надо другой мой результат сохранить все-таки. А может мне этот хрен как-то поможет? Да вряд ли. Чем он мне тут-то поможет? Так, а надо ли мне вообще прыгать? Надо. Там же птицы. Ну, допустим, пойдем зачекпоинтимся. То есть я не взял ровно 4 мушки сраные. Как мне их взять? Вопрос. Пошел в жопу. Вот тебе мой ответ. Да я не успеваю такой прыжок сделать. На этой поверхности сраной. Могу, конечно, еще раз попробовать, но у меня жизнь не бесконечная, знаете ли. А может тут в один прыжок надо как-то? Давай попробуем. У меня такое ощущение, что чего-то не хватает сюда. Явно же, что на радугу надо туда, к третьему телевизору. Да как я туда попаду? Я чё, тебе волшебник, что ли, игра? Не хватает тупо платформы. Какой-то платформы. Ох, ёлки-палки. Вау. Это было чревато. Так, допустим, я назад. Может, я что-то тут еще не сделал. Кстати, бонусные эти опять отобразились. Эмблемки.
Да, и мушки не хватает мне, как всегда. Так, ну тебя я точно ушатываю. Так что дело точно не в тебе. Так, чё же надо-то, а? Так, того наверху я вроде тоже ушатывал. Так, а вот это вот где вот? Где он? А, это там, наверху, да? Так, тут, ну тут, наверное, опять придется двигать колонну. Это точно не могло сохраниться. Ну да. Это все заново. Понятно, чего я не так делаю. Так, тут ворота, кстати, давно распахнуты уже. Где мушки? Сколько не хватает? 4 штуки. Ну, птиц я столько явно не видел. Кстати, а вот эту птицу я ушатывал, да? Да. Так, а лапки? Лапок тоже не хватает 2. Так, и что дальше? Попробуем еще раз сюда. Так, ты мне ничего не дал, собственно говоря. Стоит ли куда-то возвращаться, искать, не знаю. Мушек нету. Точнее, я не понимаю, как собрать их. Вот все, ребята. Эти не дают, шняги. Ничего. О, кстати. Да, я был немного поранен. Возвращаться назад. Тут колонна, кстати, не стоит опять. Кабана я этого уже гонял. Сколько можно его гонять? На том дереве я точно сбивал уже все. За этим кабаном я долго бегал. Нет у меня ни хрена, если. Так, тут еще один чекпоинт. Там я тоже вроде все брал уже. Ну да. Не, можно, конечно. У меня сомнение вызывает, конечно, одна птица. Одна птица у меня сомнение вызвала. Она мне ни хрена не дала. И эта птица, по-моему, тут находилась. Стоп, а это где я? Тут ничего у нас на бережках таких нету. Случайно. Вроде нет. Хрена не видно. Вот эта штука опять-таки не берется. А, вот. Во! Я эти вазочки не сбивал, оказывается.
Блин, вот я ушел. Теперь мне бы дойти бы и сохранить 98. Так, а может я еще что-то пропустил в спешке? Так, торопясь. Может изначально что-то. Давайте посмотрим на всякий случай. Потому что ну, не может, не мог я больше просто нигде пропускать. На этой хрени я уже ползал сколько можно. Так, этого кабана я гонял. Гонял. Так, а ты кто такой? Никто? Ну ладно, так. Так, ну да, допустим, что именно здесь ничего нету. Так, тут опять надо колонку поставить. Что-то забыл я про эти вазочки. Так, ну эти хреньки мне точно ничего не дают. Змеи. Змеи, блин. Горыныч. Тут птицы есть. Оно мне вызывает, конечно, опасения. Тут еще вазочки какие-то. О, а тебя я ушатывал? Ушатывал. Что толку? Так, ну мне надо опять раздолбать это все. Давай, давай, толкайся. Пошел. Так, вот тебе бетка, блин. Всё запутано. Опять все ломать это. Жалко, это не сохраняется игрок. Чекпоинтов. Так, ну все сломал здесь. Так, птицы говорите, да? Так, я отсюда, интересно, попаду по этой птице. Отсюда что-то я не попадаю. Да, действительно, одна мушка вот с этой птицы мне тогда не засчиталась. Кстати, а зачем мне вот эти сейчас сбивать уже? Или может эти памятники нужны? Что-то не помню. Что-то не помню. Телек тоже активирован. Зачем эти памятники тогда? Так, а мне сила Геракла опять нужна. Может еще какая-то птица меня обломала? Черт, опять не достает одной мушечки. Почему со мной вечно так? Так, уйдите нахрен. О, тут два кабана. Может я кого-то не щупал? Да нет, щупал. Так, вопрос. Вопрос о птицах.
все ли мне птицы здесь отдавали. Ну это ни хрена, значит, у этой уже брал. Ух ты, блин, я уцепился за что-то. Так, я не помню, вот за чем я эти сбиваю. Какой-то телек активирует. А прикинь, одна мушка в этой хрени. В головах, в этих летающих. Не, ну это было бы странно. У них же нет ничего. Зачем-то сломал одну такую голову. Да, сейчас бы сохранить до чекпоинта хотя бы добраться с таким результатом. Так, тебя я бил. Добил я тебя. Ни хрена ты мне больше не даешь. Такое ощущение, что какого-то кабанчика я не погонял. Здесь одна вообще мушка в кустах была. Так, интересно. Ай! Блин, обидно-то как? Зачем? Это правда обидно. Это правда обидно. Ну ладно, я хотя бы знаю хоть где именно какие мушки. Хотя, может тут какую-то вазочку не потрогать. Да нет, не похоже. Тебя я уже проверял, точно не ты. Так, ну это я потом буду. Точнее, это мне вообще уже не надо, по сути. Ай, зачем я это сделал? Глупость совершил. Какие-то радуга, она странная. Мне кажется, вот эти памятники надо все зажечь. Что-то тут странное есть. Куда? Куда ты, Гекко? Так, зачем сюда? Зачем сюда? Ну ладно, иди по облакам. Опять ты меня шатал, сволочь. Так, а как я тут теперь выберусь-то на поверхность? Никак. Так, ну это можно сделать сразу. Что я хотел посмотреть? Так, я хотел подвинуть эту колонну. Подождать я хотел. Так, немного времени ждем, пока закончится
Так, и теперь я хотел... Нет, 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 нет. Блин, я запорол попытку. Видите, они сбрасываются, вот эти вот штуки. То есть я не активировал что-то. Хотя мне казалось, эти штуки первый как раз телек активировали. Не в первый раз. Блин, а что я сделаю-то? Я дурак. Надо же мне синюю еще муху взять. Куда? Зачем? Зачем, Гекко, ты идешь туда? Зачем? Так, ну эти памятники надо все-таки активировать. Нет у тебя ничего, птица. Тебе ничего нет. Тут уже третий, да? Еще где-то в начале был. Ох, кстати, ни хрена себе я... Так, это четвертый. Вас я уже гонял, проверял. Так, птица на крыше. Отвали нахрен. Так, надо вернуться немного в начало все-таки. Забрать там незобранное. Так, вот отсюда можно допрыгнуть до туда. Девяносто восемь. Ну опять-таки, 98. Всего 10 секунд дается. Так, опять все это разрушать, блин. Как все это задолбало. Давай, стреляйте. Просто остановись ты уже. Так. Тут одна птица мне задолжала. Надо мушку взять сразу. Так, надеюсь, тут никого сейчас пока не будет. Где эта мушка?
99, да? И пятый памятник. Вот что это активировалось? Опять телек это активировал? А зачем? Зачем два раза его активировать? Бред же, игра. Согласись. Да, вот тут тоже какой-то баг. Явно. Он не должен был быть активирован. Что у нас там? Надо подлечиться. Так, а все ли я тут прошарил? Может, я тут что-то не прошарил? Как ты меня задолбал? Хрень ты собачья. А, тут надо опять Гераклом стать, блин, точно. Вали нахрен, давай толкай. Эх, чтобы тут все разрушить опять. Да, ломать не строить. Значит... Нет, там птиц я проверял точно. Как... Черт, нахрен я сюда упал. Не, ну проверял это птиц. Че их проверять по два раза? Где-то не взял. Где-то не взял. Вопрос где? Почему я такой торопливый? Блин, мне до чекпоинта надо дойти, ребята. Отвалите от меня. Этот уровень мне съел все мозги. Ух, Низерамос, не завидую я тебе в этом уровне. Когда дойдешь до него. Собственно, товарищ Низерамос из-за этого уровня и забросил 100% прохождение Гекса. Когда-то давно. Но я не могу, конечно, с ним не согласиться. Этот уровень даже заменили в версии Nintendo 64, потому что подумали, что ну, такая жесть для детей, такую жесть делать, это перебор. Что-то мы погорячились немного. Но реально, вот, ребенку вот в такое играть, в такой уровень, это съест все мозги. А тем более, ну, точно не современным детям. Современным детям точно не, нельзя в такой играть. Так. Ой, блин, а где мушка-то? Мне кажется, мне что-то не хватает. А, она наверху есть. Так, ну это я уже сбивал памятник. Так, давайте... О, кстати, а ты уже открыта, да? Я могу... Вот эта птица, кстати, еще. That is one powerful piece of machine.
Нет, не она, не она. Она уже давала. Это что, жизнь, что ли? Я не пойму. Блин, а где эта синяя штука-то? Чекпоинт. А чем мне... Это что, мне назад, что ли, возвращаться? Да ладно. Где-то же была эта синяя штука. Она, по-моему, там была. Раньше, нет? Блин, я же его без этой синей мухи-то не запрыгну туда. Стоп. Знаете, что я сделаю сейчас? Я сделаю хитрую вещь. Я сделаю, наконец, чекпоинт. Потому что черт меня знает, куда меня опять заведет. Так, а тут что? Тут ни хрена. Вот есть только на этом дереве птица вот еще. Это я хотел это проверить. Так, зачем я сюда пошел? Зачем? Этот бонус бесполезный, брат. Зачем я сюда пошел? Правильно, за синей мушкой, потому что нигде нету. И что меня никто не поранил бы только. Пока я буду тут прыгать опять по этой хрени. И я сам себя только могу поранить. Так, ну допустим. Допускаем такую возможность. Кстати, вот тут в кустах иногда пряталась мушка. Одна была как-то раз. Но сейчас уже ничего нет. Так, ну, надо сохранить, конечно. Так, чтобы здесь никто меня из этой телевизионной башки меня не достал никто. Вот тут была коробка. Сейчас ее уже почему-то убрали. Вот это вот странно. Неужели в мифологии тоже не хватает одной мушки? Так. Погодите, а мне нужны героические? Нет, сейчас же мне это не надо. Мне сейчас надо... Что мне сейчас надо? Подвинуть вот этого чайника. Да. Я хочу еще раз проверить то дерево, потому что там птица. Ну почему ты? О, залез наконец-то. Потому что здесь не одна даже не птица. А, тут две. Две птицы было. И я вот так. Ну ни хрена не. Тут я брал 100%. Ох, ты черт тебя подери. Так, куда я попал опять? Ой, не пугай меня. Кстати, а тут, по-моему... Ну, конечно, да, эту штуку надо подвинуть. Но, по-моему...
Так, а тут у нас внизу что вообще было? Я зря сделал. Ну ладно. У меня чекпоинт. Короче говоря, мне нужны способности эти, чтобы подвинуть эту колонну. Статуи эти сбивать больше мне точно не надо. Опять облажался. Сорян. В водопаде ничего. А прикиньте, под водой одна мушка где-нибудь. В водопаде. Это будет, конечно, странно. Вообще странно. Так делать. Такую подставу. А, блин, я забыл про тебя еще. Сейчас из-за тебя я могу не успеть. Могу туда. Давай, давай, сука. Давай. Толкай ты. Сколько тебя убивать можно, а? Хрень ты собачья. О, тут ступеньки есть. А чё я их... раньше не замечал. Да, странный уровень. Зачем ты? Дебила кусок. Так, а тут что у нас вот вообще? Чисто посмотреть. Вроде ничего нету особенно. Ворота-то открыты, это понятно. Только тут ничего нету. Вот это вот уже меньше понятно. Так, а что у нас там внизу? Да ни хрена. Еще две лапки где-то, главное. Может, конечно, опять этот уровень не доделан. Продолжаем. Кстати, я тут узнал кое-что, ребята. Похоже, есть еще более ранние прототипы третьего Гекса, которые я не щупал. И они вроде даже в свободном доступе. Так, а зачем мне туда? Так, а эту птицу я щупал, по-моему, у нее нет ничего, да? Нет у меня ничего.
Так, ну там точно ничего нету. Это 100%. Так, а куда мы держим вообще путь? Туда, да? У этого чайника, по-моему, точно ничего нету. У этих чайников. Да не дерись ты так. Так, я не знаю, где искать еще одну мушку. Блин, слился нахрен. Ну, в принципе, а что я потерял? А, здесь много чего потерял. Блин, это же не тот чекпоинт. Не, я точно знаю, что тут можно дойти. Допрыгнуть с этой колонны. Отвали нахрен. Мне все настроение портишь. Можно, можно. Только как? Не, не так точно. Это я улетаю. Это я улетаю, согласен. Пойдем опять брать эту штуку. Хрень эту. А, еще колонну толкать опять. Один геморрой, короче. Один геморрой только из этой хрени. Сейчас можно особо и не спешить. Особо можно и не спешить. Так, а вот сейчас надо бы поторопиться. Не, ну я не помню, какую я мушку мог не брать. Ты боксер, что ли? Блин, он меня два раза поранил уже. Блин, этот уровень бесит уже. Тут уже все проверено, вот тут вот точно уже. Вроде в этой нет ничего, как всегда. Опять надо грамотно прыгать. Так, вот чекпоинт. Ладно, давай его пощупаем. Так, даже не знаю. Тут я уже все пробовал. Тебя я гонял, да? Гонял. Нет в этой птице ни хрена. В тебе тоже, насколько я знаю, нет уже ничего.
Че мы не попадаем-то по птице? О, нет ли ни хрена. А в этом чайнике? Сбил. Ну ладно, попробуем вручную, в рукопашку сбить этих чайников оставшихся. В этом ничего нету. В этом ничего нету. Кто бы сомневался. Так. Мог ли я что-то пропустить здесь? Кабана трогал. Так, попробуем, поищем. Может быть, все-таки что-то на дереве. Хотя нет, делаю я тут все. Иди нахрен от меня. Где ты ходишь? Блин, я ж тебя не успею так дотолкать. Живи пока. Но времени немного. Не успел. Горе пополам, но успел. Да нет тут ни хрена. Брал я тут все. Я говорю, и птицу сбивал. Птица еще хитрая. Это что такое? Весело. Жизнь. Ну окей. Взяли жизнь. Мушки-то нету одной. Да и ладно, мушки. Тут недостаток лапок еще. Мне кажется, это баг бета-версии. Я не знаю просто, ребята. Я вот тут уже все обшарил. И, ребята, скажите, как к третьему телеку пройти? В таком случае. Да твори ты нахрен. Ты где? Вот, ну, едет тут эта платформа, и что? Видно, что тут я не долечу никак. Как я не долечу туда? Что за бред? Тут явно не хватает платформы. Ну давай сливать жизни будем. А что еще делать остается в этой бредятине? А хотя, может, два двойных прыжка возможно? Ну-ка,
Еще раз попробуем. Что-то сомневаюсь я в такое. Ну да, что-то как-то лечу куда-то не туда. Сливаю тупо жизни, блин. Мне вот интересно было бы посмотреть, что там. Вот не долетает Гекс до радуги этой. Что я могу сделать? Баг какой-то, реально баг. Ух, надо было чуть-чуть левее взять. Пардон. Не, ну два двойных прыжка делать с этой штуки, это что-то. Блин, где ты, сука? Как ты меня задрал уже, а, тварь? Не, это я слишком близко подбежал. Тут надо тогда не так близко делать прыжок. Это что такое, Гекс? Объяснить можно? Понял, что нельзя. Что происходит тут? Он сразу падает. Не, конечно, была попытка какая-то, что он не сразу падал. Вот сейчас, например, можно было попробовать, да? Захватиться. Что-то не захватился. Вот. Почему он в сторону отводит меня? Сейчас тоже какой-то бред сумасшедший, блин. А я не помню, кстати, как в релизной версии здесь было. Вот я вижу там радугу впереди. И вижу, что туда можно попадать. Только как? Такое ощущение, чувствую, что тут что-то не доделали. Я не знаю. Вот, я со всей силы уже попробовал, блин, но не долетает он. Господа разработчики этой бета-версии, вы чё наделали тут? Так, если не получится... Во, максимальный прыжок, недолёт. Так, есть у меня идея все-таки сбивать эти памятники, искать и приходить сюда. Может быть, от памятников что-то зависит тут еще. Ну, только это остается попробовать проверить. А что еще? Так, а тут я мог что-то не сбить? Кого-то не вшатать. Тоже странно. Там только бонус. Ничего такого интересного и нету.
Эти не дают ни хрена. Ну ни хрена они не дают просто. Тут я ошибся, я согласен. Полетели. Так, где эти хрени-то были все? Так, а вазочку я тут трогал? Да. Даже эту. По много-много раз уже. Где были эти памятники? По-моему, тут не было как раз. Так, а куда я сейчас тут долететь-то смогу? Да никуда я. А, там надо было по этому идти. Все, я уже все жизни почти просрал. Такая вот странная фигня. Че, мужка? Мне практически в самое начало надо возвращаться опять. Ворота уже давно открыты. Не, ну тут этой фигни нет. Еще, по крайней мере. Ладно, возвращаемся на исходную. Опять все будем делать заново. Что мне больше не дает? Может, все-таки где-то здесь я упустил? В кустах, может, где-то? Заныкали, может, от меня тут? Похоже. А тебя я щупал, да? Да, да, конечно. Тут я много раз уже все переделывал. В воде же быть не может. Там гейм овер внизу. Водопад. Ну да, я тоже так думаю. Если бы я упустил, тут бы сразу бы это было бы как-то видно. Так, ну птицу я уже щупал, не вижу смысла. Тем более тут уже даже врата давно открыты. А, нет, смысл есть. Есть смысл, потому что там одна из статуй. Is it
Так, ну давай. Катись, 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 катись. Я просто не знаю, какие еще идеи. Уровень очень глюченный. Задел меня, да? Ну ладно, хрен с тобой. Вот этот памятник. Так, тут есть мушка. Окей. Так, тут опять нужна греческая сила. Продолжаю мучить этот уровень. Нет у тебя ничего. Конечно, могу еще раз проверить это дерево. Мало ли, может, я такой тупой чайник. Не дает она. Хрень. Тут одна птица. Ладно, полетели отсюда. Так, это второй памятник, да? Чё мы имеем? Три лапы. Ну эти внизу точно ни хрена не дают. Ой, это где это я сейчас? Странная ситуация оказалась, ну ладно. Опять. Главное не спешить. Я опять спешу. Кстати, а тут тоже есть, оказывается. Вау. Не, ну у этих точно ничего, ну, нету. I need to get to the aqueduct and drain the lizard, if you get my drift. То есть я могу, в принципе, отсюда взять сразу. Ну, третий. Ну, окей. Куда коробка пропала опять вот тут? Или ее тут не было в итоге? А, она то ли вот здесь была, то ли это в релизе только. Что-то я запамятовал уже. Это четвертый. Так, тут опять надо толкать. А, синяя-то муха мне нужна. А, не нужна. Я убедился, что там на дереве нет ни хрена.
Нет тут мушки, нету. А может быть к третьему телевизору доступ будет только при третьем заходе? Ну, хотя это странно, конечно. Мне кажется, там просто что-то не доделали. Ну, это я виноват, притупил. Подвела меня. Вот пятый, по идее. Опять я вот зажигаю этот пульт. Нахрен он мне нужен. Ощущение, что я какую-то свинью не пощупал или вазочку не разбил. Но вроде все тут я щупал и разбивал. По несколько раз причем. Вот я опять лечу сюда. Зачем? Не знаю. Что мне это? Ни хрена мне это не дает, собственно. Так, а там у нас что? Здесь нет ничего. Ворота уже давно открыты. Тут тоже ничего, кроме этой птицы, которой ни хрена нету. Точно говорю. Так, вот главное сейчас нормально долететь. Без происшествий. Вот эти вот прыжки. Мучил я уже эту свинью по несколько сотен раз. Так, ну что тут? Что-то изменилось? Да ни хрена. Эх, ладно, буду я выходить через тот телевизор и завершать. Ну, нету. Что я могу поделать, если нету? Этих тоже ни хрена. Все, мою муху съел. Довольная морда. Недолет. Ой. Вот это... Ну, короче, неважно. Ладно, где у меня чекпоинт? Здесь. Все, я выхожу нахрен отсюда. Глюченный этот уровень в бета-версии не доделан.
как я до туда долечу? Как я до туда долечу? Так, где я? А, мне туда, понятно. Нет, эта птица уже разбивалась. Так, хорошо, что я муху взял. Да, это, конечно, хорошо. Ну чё, возьмем жизнь. На всякий случай. И выходим через первый телевизор. Точнее, какой он по счету, я не знаю. Не, он вторым обозначается. Но окей. Сейчас попробую взять ближний пульт, который, а потом уж тогда вновь попытаюсь что-то с тем поделать. Ну это жесть, конечно. Так, ну сохраночка. Давайте посмотрим демку третьего пульта. Просто посмотрим, что он будет показывать нам. Ну вот радуга, да? Радуга. По радуге там и мушка, да, одна была. Ох, ни хрена себе, такого, по-моему, в релизе-то и не было, ребят. Так, ну-ка, дай-ка я еще раз выйду. По-моему, там одна мушка была. Сейчас в демке. Как, простите, мне туда попадать? Если не хватает как минимум платформы. А, нет, лапка, две лапки. Да, кстати говоря. Ну, может и мушка, кстати, заодно. На том пути. Так, сейчас нет. Сейчас я статуи буду делать эти. Которые, ну вы знаете. Вот эти вот, которые 5 штук надо сбить. Толкаем. Толкаем. Прыгаем. Так, ну я не буду сейчас заниматься этой вазочкой. Пошло мне все к черту. Так, первая, по-моему, где-то здесь была. А, на крыше была, точно. Еще врата открыть надо. Давай, скелет. Двигайся отсюда. Дай мне силушку богатырскую. Разбить эти колонны. Так, теперь можно залезть на крышу. Ты мне руку не давал. Так, давай, Гекс. Пошли на крышу. Так, вот вторая статуэтка. Отлично, берем. О, кстати, телевизор еще не активирован. Так, открываем врата сразу. А, надо опять железную чистую броню одеть. Ну давай.
Welcome to the Sultan of Brunei. Надеваем броню. Пойдем все впереди. Подлечимся немного. Вторая статуя была. Ух, успел за краешек зацепиться. Буквально. Вон, видите, там в кустах вот одна была. Конечно, это ничего не дает. Так, три. Там нет, надо ждать. Пятая была. По радуге вот это интересно. Я что-то не помню такого в релизе. По-моему, в релизе по-другому было. Вот, кстати. А ящик-то тут есть. Просто он пропадает куда-то. Интересно. Так, четвертая статуя. Так, пойдем Геркулеса убивать. Броню. Деревья нам залазить уже не надо. А, все, уже ничего нам не надо. Сейчас пойду выйду в тот пульт. Тут жизнь, кстати, раздают. Так, ну, быстрее будет, если я выйду через так. Полезный бонус, как всегда, не берущийся. Так, пойду возьму второй пульт, не знаю. Ну, взял я, окей. Опа, что это такое за звук был странный? Интересно. Так, ну, сохранимся, окей. Сохранились. И попробуем еще разок. Вот этот пульт. По радуге, блин, пройди. Он не долетает до этой радуги даже. Так, мало ли, может какая-то мушка забаговала у меня и не взялась. Может быть такая хрень произойти. Не знаю, правда. Так, опять этих доить, правда. Так, ну тут было у меня 15, когда я наверх залазил. Так, сейчас 14. Так, одну я все-таки не взял еще. А как ее взять? Не так. Тут
только с подката. Отлично, взял. Так, ну тут у нас все было просто. Вазочка, дающая две мушки. Фонтан. В фонтане ничего нету ценного. Колонна. Попробуем. Потолкаем. Так, по-моему, если я вот сейчас вазочку возьму, мне не надо будет съезжать потом. Так, что мне опять все это делать заново? Печально, но факт. Ворота закрыты. Ладно, проделаем. Еще разок попробуем. Хочу убедиться, что не хватает здесь. Так, иди сюда. Так, тут три мушки. Окей. Силушки богатырские. Так, секундочку. Убавил я немножко громкость игры. Что-то уже по ушам бьет. Так, ну там нам ничего не надо же. А, ну птицу можно. Вот этой штукой шатать сразу. Ух, не поранило хотя бы. А вот сейчас поранило. Ну ладно, хрен с ним. Птицу так шатает. Которая тут на крыше. Мне этих птиц уже... Разочек. Одна мушка. Я не знаю, зачем я это разбил. Ладно, пусть будет разбитым. Надо ли мне лапку? Не надо мне лапку. Так, вот этого вшатать мне надо. Так, сюда мне больше не надо. Так, но мне надо. Надо опять силушки богатырской. Хотя, ладно. Попозже немного. Вот ты наглый, а. Так. Кабаны. Извините, кабаны. Я вас заново потрясу. Блин, попробуй догони еще. Ну догнал, окей. Так, ну это мне это по большому счету-то больше не так. Ладно. За яблоками. По-прежнему одна мушка, одно яблоко. Блин, лишь бы не провалить только. Так, туда мне точно не надо. Так. Надо опять взять силушки богатырской. Ой-ой-ой, чё-то.
Давай, толкай. Так, вот сейчас у меня 30-ка этих мух. Возьму на всякий случай здесь муху. Так, сейчас опять эти неприятные прыжки. Так, вот одна мушка. Вазочка. Потом кабан, но не только кабан. Вот здесь в кустах. Ну и кабан, соответственно. Одну с собой носит. Да где ты, кабан? Че ты убегаешь-то? Трус несчастный. Блин, по-моему, они в бета-версии бегают быстрее. Так, вот тут главное не упасть. Птица. Так, птица дала мне мушку, 41. Тут я все взял, что ли? Сразу, да? Окей. Так, ну, еще один памятник. Окей, разобьем его. Так, там еще одна птица. Эх. Тут я соскочил, согласен. Тут я сам соскочил. Ой, тут еще упасть можно. Так, как же меня задолбал этот уровень. Так, у тебя должна быть одна мушка. Да, действительно так. Так, тут обязательно надо эту штуку взять с собой. Эту штуку надо взять с собой. Так, ну-ка, давай, раз, два, три. Три, отлично. Так, еще один памятник. Разбиваем эти штуки. Так, теперь сюда. Вазочка. Так, это 46 будет. Силушка богатырская. Так. Гекс, не слейся, прошу тебя. Так, двигаем колонну. Зачем-то зажгли опять этот телек. А, кстати. А как мне взять эту мушку? 47. Ну нет, эту птицу я проверял по несколько раз. Так, что тут надо сделать? А все просто. Надо этого охладить немного. Так. Окей. Так, теперь сейчас птиц будет там много. Много птиц. Много птиц. Тут, по-моему, аж две. Так, моя мушка, не улетай. Еще одна. 49 стало. Яблочко. Так. Не знаю, зачем. Ну ладно. Возьму. Так, сюда. Так, можно слететь сюда. Так. Дело в том, что мне
надо силушки богатырские раздобыть. Ну и этого кабана погонять сперва. А, еще вот тут внизу. Надо помучить одного кабанчика. Ну-ка, иди сюда, иди сюда. Так, есть. Ваза. 54. 54 стало. Так, надо колонну теперь двигать. Двигать колонну. А, ну вроде бы... Еще, кстати, вот эти вот надо... собрать все. Я сейчас не собрал, что ли? Нет, ни одну не сбил. Ах ты, тварь, скелетина. Так, зачем ты тебя сбил, робот? Так, я хочу... А, я все... Все, 59 уже. Так. Пойду силушки богатырской отведу. Так, тут вроде бы ни хрена ж... нет. А, жизнь, жизнь. Давайте возьмем жизнь. Окей, надо будет еще чекпоинт чекнуть. Возьмем мушечку. Мушечку, так. Сюда. Блин, как представлю, опять ту колонну толкать. Выталкивать. А хотя зачем? Ради неберущегося бонуса. Так, ну допустим. Допустим. Зря. 5 секунд, давай, толкай. Успел, вроде бы успел. Вот уже тут бегает козлина. Так, давай. Ух, это было рискованно. Все, уже тут? Нет, не тут. Все, хорошо. Так, я сюда, тут у нас ни хрена, тут путь, а, вот тут надо сейчас осторожно. Ну да, в таком духе, эту колонну надо толкать, сейчас будет скоро. Эх, не успел, тут эти роботы... Так, одного. Хорошо, хоть не свалился. Ты не тут? Странно. Я тебя должен был тут встречать. Так, вот сколько мушек? 59. 59 мушек. Блин, опять я поторопился. Отвали нахрен. Опять он не тут меня ждет. Ох. Ну и уровень. Так, а я отсюда не смогу попасть. Опять я поторопился. Все-таки лучше не отсюда попадать. Не, все-таки лучше отсюда. Блин, ну почему не сработала кнопка прыжка? Я жал. Игра. Дебилизм.
Так, я сюда. Сколько ты мне дашь? Одну, да? Одну мушку дал. Стало 60. Так, тут, по-моему, две вазочки есть. Внимательно смотрим. Вот вазочка. Я просто думал, вдруг одна в текстуру вообще ушла. Хотя нет, такого не могло же быть. О, кстати. Мне эта коробка нужна. 64. Так, ну тут нужна силушка богатырская. Так, вот тебя шатать не помешало бы. Так, подвинуть эту колонну. Главное не упасть. Один раз это никак ты не сделаешь. Ух. Хорошо, хоть за лапкой не придется прыгать. Там, где 5 платформ. Так, сейчас сюда, налево, 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 налево. Ух, это было... Опасно, опасно. Гекс, не лай, не лай, Гекс. Ты не собака. Давай, 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 давай. Успеем, успеем, успеем. Так. Должны успеть. Да, вот, кстати, сейчас этой колонны вообще не видно. Так, теперь мне нужна силушка богатырская для другого. Для другого нужна. Так, ну тут главное не свалиться опять-таки. Толкаем. И если все хорошо, можно даже и успеть за один раз. Так, а эта штука мне ни хрена не дает. Какая-то муха. Обычная зеленая. Возьмем, ладно. Так, сейчас откроют ворота. Так, вазочка. 72, да? Так, сейчас серия прыжков неприятная. Семьдесят четыре. Еще базочка. 76. Так, тут птицы сейчас. Вот еще, пожалуйста. Так, туда мне уже не надо прыгать. Это точно, я могу сказать. Так, значит, сейчас только вперед. Не облажаться. Не облажаться бы. Да, там тоже будет такая серия прыжков. Так, 78, да? Так, туда-то мне прыгать-то и не надо. Там я лапку когда-то подбирал. Вот тут главное не облажаться сейчас. Не облажался. О, кстати, тут одна платформа, а мне показалось, вот там их несколько. Вот с ракурса, когда я прыгал. Так, 80 штук. Окай. Так, кабанчик. 81. Почему-то мне вот снизу казалось, что тут несколько платформ все-таки.
Так, ну чекпоинт. Ладно, чекпоинт возьмем. Нужна еще синяя муха, да? Подавить надо. 88. Так, а по деревам попрыгать тоже надо же. Надо. Так, а ну-ка иди-ка сюда. Так, а вот на той крыше случайно нету ни хрена? Ну, наверное, ничего нету. Так, вот сколько там? Я вот не помню. Нет, тут по одной птице. Так, 89. А, три птицы, да? Ой. Вот мы зажгли этот телек, в котором уже были. Так. Птица. Поранила. Ладно. Одна. А сколько там их? Я вот не помню. Так, мне было интересно, что здесь, но тут ни хрена нету. Да, вот видите, вот как я туда должен попадать? Есть тут одна всего платформа. А вот снизу кажется, что их там несколько штук. Но это не так. Так, пойду туда схожу. Эх, недолет. Рано прыгнул, потому что... Вот, сейчас нормально. Нет, нет, не нормально. Так, там еще одна птица есть. Да что такое-то? Почему я так рано прыгаю? Фигня какая-то. О, сейчас нормально. Да, вон одна птица. Ровно одна птица. И одна мушка. Хорошо, что она упала там, где мне удобней. Так, ну тут... Тут я уж накосячил. Что уж тут говорить. Вот видите, вот мы... Я опять не досчитаюсь одной. Черт, лапки-то я видел где. Только как туда попасть, непонятно. А где они территориально, я видел.
Так, как тут прыгать-то лучше? Непонятно. 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 Кстати, а если я вот сюда встану? Я что-нибудь отсюда вижу? Ни хрена я не увижу отсюда. Ни хрена. Одна там платформа. Девяносто две мушки. Так, тут кабан. 93. Ёлка 94. 96. Так, там же вроде ничего у нас нету. За этой могилой. Нет, вроде ничего нету. А снизу тут... То есть у меня уже 96. Там одна птица еще наверху. Так, ну допустим, заморозим мы тебя. Поднимаемся наверх. 98. И одна птица. Ну да. Не хватает одной мушки. Или она на пути, где радуга, но как туда попадать, без понятия. Это какая... Какая-то серьезная. Ты жизнь еще. Ну вот, только 99. Это же не порядок. Не должно так быть. Тут жизнь есть. Допустим, взял я ее. На телеке вроде ничего нету. Кустов тут тоже я больше не наблюдаю. Больше одной камеры не упарывайся. Так, ну допустим. Что мне это дает? Ни хрена. Чекпоинт нам же сейчас недоступен, да? Я просто хотел кое-что показать. Вот с этого ракурса, вот я сейчас как прыгал, мне казалось, там несколько платформ. Сейчас что-то не получилось это увидеть. Может, мне показалось. Ну-ка еще разок. Нет, нет, одна. Все-таки одна, по-моему. Ну я не знаю, что делать. Что тут сделаешь? Уровень такой багнутый. Не хватает здесь платформы, не хватает. Радугу-то я вижу. А что толку? Что толку-то? Полетел Гекс. Да. Не за что цепляться даже. Тупо не за что цепляться. Поэтому выходим нахрен отсюда мы. Выходим мы отсюда нахрен.
Зря переигрывал все это дело. Но убедился еще раз, в чем проблема в бета-версии с этим уровнем. Мало того, что одну мушку не могу взять. Может, она как раз там, где радуга. Может быть. Так, вот ты меня зря пощупал. Очень зря. Сейчас я что-то зря это сделал. Я просто хочу выйти из уровня, блин. Неважно откуда. Я сам что-то поторопился. Тут я сам поторопился. Ой. Тут я сам поспешил. Ну чё, в релизной версии придется дособирать. Но это потом, потом. Сейчас я просто уже хочу покинуть этот уровень. Я могу вниз скинуть скелетина ты поганая. Все, достал. Ну что ж, я сделал для себя выводы. Два пульта я здесь не возьму в этой бетке, бета-версии. Поэтому сохраняюсь. И благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующем уровне. Пока-пока.